Всем привет, ребята, с вами Ёжик. И сегодня, ребятки, в данном видеоролике я апнул 25 ранг, ребят, на мэг. Для кого дефолт, а для кого нет, ребят, ведь некоторые даже не могут апнуть 25 ранг, ребят. Ну а у тех, у кого 30, 35, те, кто пушит, ребят, пожалуйста, не пишите мне в комментарии, что это дефолт. Я просто хочу завозить, ребят, контентика, чтобы канал не стоял на месте. Ребят, хотел бы, чтобы что-то вам показывать, с вами общаться. Кстати, ребят, если вы хотите в данный Brawl Pass, ребят, то скоро, ребят, будет розыгрыш, поэтому следующие видосики, ребят, смотрите. Ну и на этом видосе поактивничайте, чтобы был. Ну а пока я ржусь в катку первую, ребят, я бы вам хотел порекомендовать топового, ребят, дизайнера, который делает лучшие привычки, которые у вас на экранах, делает быстро, качественно и, ребят, дешево. Если что, ссылка на его ТГ, Телеграм, личку в описании, ну а я поехал. Кстати, ребят, приходите на стримы, будем пушить 50 тысяч и играть с подписчиками мини-игры и так далее, просто играть с подписчиками. Кота уже убили, кстати, пока что посидим в кустиках, пока я с вами общаюсь, потому что хотел бы вам рассказать новость, ведь я апнул 30 ранг, ребят, ну и плюс тут кит, который мешает очень сильно. Я апнул, ребят, 30 ранг, свой первый на Шелли, ребят, кто не видел видос, посмотрите, и еще и потом сразу же в тот же день апнул на Корделиса, в душе, да, то в соло, то в дуо, ребят, кому интересно, кто не видел, посмотрите, и скоро будет гайд, как апнуть же это 30 ранг на Шелли, на Корделиус, и как апнуть свой первый 30 ранг. Поэтому, ребят, ждите и активничайте, чтобы был розыгрыш на, ребят, либо 2 Brawl Pass плюс, либо 1 плюс, 1 обычный, ребят, смотря от актива. И, может быть, скорее всего, у меня, ребят, будет, так сказать, коллаборация розыгрыша, так я, как я понял. Хотя мы хотели коллаборацию с Мэзиком, но пока что, я так понял, розыгрыш у нас будет совместный. Поэтому, ребят, наверное, Мэзика я оставлю в описании, кому интересно. И, ребят, будет дрожь, поэтому может быть 2 Brawl Pass плюс, может быть 3, то есть 1 Brawl Pass плюс 2 обычных, либо 2 плюс 1 обычный. Ребят, как больше лайков, подписок и просмотров, ребят, будет, тем больше, ребят, будет. Может быть вообще 10. Ну, это если видос залетит на 100 тысяч просмотров, 10 тысяч лайков, 3 тысячи комментов. Но такого вряд ли может быть. Но все возможно, ребят, за... Хоть даже если видос, типа, будет смотреться, что он залетит на 100 тысяч, в дальнейшем, то все-таки сделаем такой розыгрыш. Ну, логично же, с меня будет больше, если он не захочет. Так, а сейчас мы сосредоточимся на каточке. У нас тут уже топ-5. Затимились вроде как с быком. Тут кот, блин, напал. Это плохо, но у кота 4 банки. Бык защищает, бык хорош, но он должен убить. Да, он убивает кота. Там напал новый кот, но он убил кота, спасибо, но на меня напал другой кит. Ладно, ничего, на топ-3 это очень хорошо, плюс еще плюс кубки. Так, тут Саша превышает, мы его примем, но потом с ним пообщаемся, потому что мне нужно сейчас по фасту апнуть. Кубки плюс, ну, винстрик, это даже, кстати, очень классный имбом, мне нравится, ребят. Кому нравится, лайкос и... Кстати, ребят, напишите, сколько у вас 25-х рангов и сколько 30-х, у кого есть. Ну, и сколько 25-х, сколько кубков. Очень интересно, ребят, почитать, если посмотреть по моим реакциям, что я вам ставлю лайки на комменты, значит, я их читаю. А я так ставлю всем, кроме хейтеров. Хейтеры этого не заслуживают. Ребят, приходите на стрим, у нас там круто, классно, вообще кайфово. А кто хочет поддержать еще, то есть вы тоже приходите на стримы, там можно будет меня поддержать, если каким-то донатом. Потому что я хочу бы купить новый микрофон, ребят, может быть, вы уже слышите по этому микрофону, то что он иногда там шипит, репит где-то, что-то есть. Кстати, КСМ база, потому что да, ближники нам не надо, ребят, совет такой, лучше дальники, чем ближники, ну и близко не находитесь низким. Да, хочу новый микро, потому что это не очень, ребят, поэтому можете посоветовать классный микрофон в комментариях. Очень-при-очень буду вам рад, ребят. Так, кошка сделала максимальную ошибку, потому что не напала на меня, из-за этого заняла топ-6, а могла занять топ-5. Плюс один кубас, ладно, нормально пойдет, поехали дальше. Окей. Я сейчас надеюсь, мы по-быстрому апнем. Если я сейчас займу какой-то... А, даже топ-1 вроде мне не даст, потому что это 12 кубков, мне нужно 13. Поэтому две каточки, давайте сейчас какой-то топ-4, а потом топ-1, либо топ-2, чтобы по-красивым было. 2 наблюдают. В последнее время, кстати, за мной очень много наблюдает. Я популярный. И, кстати, на стримах тоже. Стримы тоже сейчас популярненькие. Помню, было 42 онлайна, но за последний стрим почему-то такого не было, ребят. Поэтому, надеюсь, сделайте мне сегодня-завтра такой онлайн. Стримы у нас почти каждый день, ну и видосы сами видите, когда как. Потому что идей нет, ребят, поэтому идеи для видоса можете выписать.
Тут, кстати, играют. Ну, Солшен Мэг, кстати, классный браулер. Я бы его пушил дальше, но сейчас же Винтрейдер и Тиммер и Мэг не всегда. Но я попробую, ребят, на двойной проблеме. Если вы захотите, сделаю вообще без Б. Так, найс. Тут так. Кита мы забираем, банки все мне, классно. Надо, чтобы еще того кита забрал Корделиус. Так, еще одного кита, уже топ-5, но я думаю, это хорошая катка, прям супер. А, кит забрал этого Корделиуса. У меня вопрос, как? Каким образом и зачем? Ну ладно, классно. Окей, у меня есть ульта, 3 гаджета, 4 банки, я сам Мэг, у Мэг много ХП, она еще и смех, если слетает, плюс пассивка взрыв. Вообще супер. Уверен, все 100% что-то пойдет. Уже, кстати, ребят, топ-3. Топ-3 это хорошо. Так, давайте, давайте. Кстати, там, ребят, было изменение баланса, поэтому скоро сделаю за счет этого тоже видосик. Так, давайте мы добьем Фэнга. Блин, я хотел, но не получилось ультой добить. Почему? Ой, хорошо, что уже при выходе этого видоса этого кита пофиксили. Надо было не жалеть ульту на Фэнга. Ладно, окей. Ничего страшного, ведь нам все равно остается 4 кубка. Подождите. Если бы я занял топ-1, у меня все-таки был бы 25-й ранг. То есть, занял бы я топ-2, это на 2 кубка больше, а топ-1 еще на 2. Да? Реально. Блин, а как ты это прочитал? Да я не видел даже, сколько там плюс кубков, но я знаю, что у меня 746. Спайка, кстати, сейчас изи убить. Смотрите, сейчас. Оп, баночку добыли, и под гаджетом ульта, и даже меху не сбили. Это вообще супер отлично. Я надеюсь, каточка сейчас будет быстро, потому что не хочу вас задерживать, ребят. Хочу баловать контентом, но не так, чтобы он был скучным и разнообразным, и не таким долгим, ребят. Если вы хотите очень новый видос, то скажите, какую идею, и если вам надо, ребят, я сделаю, ребят, любой видос, да, ваши капризы, любой каприз. Готов, только главное, скажите идею, и чтобы это всем нравилось. Кстати, кита, да, заберем банку, запугаем ультой, уже, в принципе, топ-5, поэтому ничего страшного, если что, добьем ульту, тут не со всех кустов на меня вылезут. Сейчас мы боремся за крыси, потому что это бесполезно, понимаете? Боритесь очень даже бесполезно сейчас. Ну, потому что это шиде, тем более. Вот так, и урона хватило, да, ну, плюс-минус хватило. Ульта моя так уж и быть много. Кстати, ребят, я уже абду, потому что уже топ-4, класс, окей. Если что, ребят, если что-то там не так с голосом, там нос или так далее, то у меня, если что, это я недолго приболел. А, блин, я думал, он меня спасет, но нет, топ-4 занял, ребят, но все равно я апнул 25-й ранг на бэк. Классно, серия побед 4, плюс 40 этого, вообще супер класс. Плюс 7 кубков, в общем, 753, мне нравится, ребят. Окей, и, в принципе, вот такой вот у нас получился. Пишите свои идеи в комменты. Ну, а с вами был Ёжик. Розыгрыш скоро будет. Всем удачи и всем пока-пока. Розыгрыш.